смотри, кто у нас на столе. У нас собутыльник он входит. На, держи. Прикольно так. О, пятнашка. Он уже пятнашка. Да. Мишимовская, вот тоже корейская. Сами новая производительность, ну, этого масла. Угу. С дозатором получается. Ну, как штиль есть же. Да, схеме, да, да. Она стоит 890 рублей. Ну да, мой сейчас 1400-1300. Да, ямаховская, они дорого стоят. Так что, если что, я тебе могу подарить одну такую канистру. Спасибо. У меня этого, блядь, масла вот так, до жопы. Спасибо. Друзья, всем привет. Сегодня мы отправляемся на рыбалку втроем. Также на моей лодке Мишима с двигателем Марлин. Сегодня у нас лодка фрегат и лодка Мишима. На фрегате, короче, вот восьмерочка Ямаха. Хороший аппарат. Посмотрим, как он себя поведет, я еще не видел. Ну, у меня товарищ, коллега, он уже давно на нем ездит. Отличная техника. Мы находимся на реке Тром-Яган, или Тром-Аган, как его называют, вот под мостом. Это у нас получается железнодорожный мост и автомобильный мост. Приобрел масло в этом году, на целый сезон взял 8 литров. Это мишимовское новое масло, его разработали в этом году для двухтактных двигателей. Он идет с дозатором, дозатор там на 100 миллилитров. Очень удобно, хорошее масло, недорогое, намного дешевле, чем ямаховское, но по сути оно то же самое масло. Также брал в X-Motors. Это масло только есть в X-Motors. Всем советую. Так, ну все, мы собрались. Короче, погрузились. Ко мне все шмотки погрузили. А та лодка будет налегке ехать. Чисто два человека там и чуть-чуть там стол. Короче, пару спальников. Остальное все у меня вот погружено. Ну все, километров 10 сейчас надо будет проехать до места рыбалки. Вот. Речка офигенная. Спокойно, волны нету, ветра нету, и погода сегодня просто идеально, шикарно. Немножко дождик был, но это фигня. Главное, что тепло сегодня, плюс 16, плюс 17 градусов. Короче, мы решили это переброситься, потому что эта лодка что-то не так быстро идет. Мы только тебя обгонять начали, конечно. Я нейтралку делаю. Вот, сейчас Руслан пересядет ко мне, и мы пойдем нормально. Давай только аккуратно, Руслан. А так мы долго будем ехать, если это. Грузом еще. О, все, Сань, пересаживайся. Да. Сейчас догоним. Как ракета идет.
Мы добрались до места, уже поставили, короче, стан, палатку, столик, посидели, перекусили. Вот, сейчас поедем на место рыбалки, будем проверять. Насколько нам повезет, я не знаю, но я думаю, все равно за это время мы что-то поймаем. Вот, сейчас поедем налегке, тут недалеко, получается, основная река, вот, а там заход. Вот мы, сейчас покажу, мы заехали, получается, вот протока Старица, вот сюда заход Старицы, вот мы здесь расположились на таком мысу, вот, и там еще один будет заход, мы в тот, речка называется Катым-Яган. Вот она небольшая, мы в том году рыбачили, у меня есть видосы, можете посмотреть. В том году я тоже на ней рыбачил. Вот. Ну все, мы готовы, мы погнали. О, вот, только собрались на рыбалку, уже окуня не маленького поймали на вертушку. Окунь есть. Саш, получается, что перчатки не берем? Нет, тепло. Вот, сейчас поедем. Окуня пока надолго. Спинги собираете? Я сейчас всю рыбу тут выловлю. Точно, слушай, у тебя шапочка-то это волшебная. Как ты говорил. Счастливая. Счастливая, да. Гля, что творит. Всю рыбу расшугал. Ну, восьмерка-то, Ямаха, ничего так, нормально дает. Хорошо идет. Все, паркуйся. Не, нормально у тебя восьмерочка, хорошо дает. Щука, щука, щука. О, подсрачник. Кому дать подсрачник? А подожди, его собрать надо. Да давай его так вытащим. Так вытащу. О, есть щука. Вот это обрыбились. Что-то есть. Ясь, что ли? Ясь! О-хо-хо-хо! Изя поймал! Хорошо. Нормально так! Хороший ясь! Нормальный такой! Ну чё, Руслан, как? Чё говоришь? Перекусить? Может, там пойдем, там перекусим. Здесь нам нечего делать. Не, я взял изя. В общем, мы прошли по речке, по этой, далеко прошли. Взяли изя, щука, окунь, ну, малых, в малых количествах, конечно, но... Ну, есть. Сегодня вечером еще попробуем возле стана порыбачить.
там попробуем в заводе. Вот сейчас пока едем на перекус, проголодались немножко. Вот, надо перекусить. Вот так рыба есть, но просто надо ее уметь ловить. Мы готовим на сковороде макароны, сначала сварим, потом с тушником. Вот. Пока у нас все в процессе, макароны сейчас варятся и будем. Ну, нас уже вечер, сколько там время? 6, да? Или сколько? Нет, 5. 5 часов, 5 вечера. Поедим, еще попробуем порыбачить. Здесь поставлю жерлицы на по берегу. И как пойдет, как попрет. Да, на червя попробуем на поплавок половить малька, а потом поставлю жерлиц. Ну, пока что вот. Пока что макарончики у нас в процессе. Есть. О, окунь. Да. Нормальный. Окушок. Да, заглотнул прям капецно. Вот он где весь окунь. А мы ездили туда-сюда. Живец. Я же щуку хочу. На червя. Так, сейчас буду ставить жерлицы. Сейчас покажу, что за жерлицы. Вот такие вот. Дедовские жерлицы. Живца наловили. Я сейчас покажу все. Надо будет. Ну, в принципе, я уже две закинул. Вон. Вон там одна, вон там еще одна. И это надо сейчас установить. Ну, одна уже у меня тут приготовлена. Эту я на всякий случай взял. Получается, что у нас? Вырубаем палку обычную. Сюда вставляем, как фиксатор в леске. Ну, то есть, чтобы измерять, ну, глубину измерить. Вот. Выровнять какую надо глубину. Дальше самая толстая леска,
отводной поводок и обычный крюкан, тройник. Вот, и получается, сейчас покажу. Так, вот глубина у нас, груз сколько тут грамм, не помню, грамм 100 грамм груз на вертлюжке, 2 узла сделал и отводной поводок на металлический, то есть на не лесковый, а стальной поводок и тройник. Цепляем живца за плавник верхний. Вот, и надо будет забрасывать. У нас уже свечерело. А сколько у нас? Часов, наверное, 7, может быть, 8. 20. Вот, и мы ловим, короче, на поплавковую снасть. Будем. О, у меня уже клюет. Вон, потопило поплавок. О, какой. О, окушок. Вот он. Нормательный такой. На копчение это нормально, да? Самый раз. Да, кстати, на блесну, на резину вообще очень слабо. Так, ну что, погнали дальше. Прям возле берега берет. О-о-о-о-о. Доставай, доставай, доставай. О, окушок. Блин. Нормально. Во-во-во-во-во-во-во. Опа. Ух, нифига себе. О, хороший, блин. Смотри, какой. Вот это окушара. Да, смотри, какой. Нормальный такой, смотри. Серьёзно, это Саш. Для кадра кайф. Прям такой знатный. Прям хороший. А он причем брал так тихо-тихо, знаешь, вот как этот, карасик. Так, поплевать надо на червячка. Рыбалка продолжается. Вон лось. Не знаю, видно, не видно на камеру, там лось. Один перешел, сейчас второй переходит. Лось, лось. Не видно из-за солнца. Прикинь, я первый раз лосей вижу. Я по трассе только видел. Два штуки. Я думаю, что мотор, что ли? Какой нафиг мотор? Два лося. Откуда там мотор? Что это? Ну. Руслан говорит, что там все. Ну вот, собственно, мой мотор. Накатал я 71 час. Здесь датчик стоит. Хороший марлин. Третий сезон катаю. 71 моточас накатал. Нормально, хорошо заводится, запускается. Надо только винт другой поставить, еще этот, 11-й, наверное, скоростной попробую потом. Возьму, надо будет поэкспериментировать. Так, ну, вот столько мы, столько рыбы наловили. Ну, нормально так. Щука, ясь, окунь, чебачки. У нас рыбалка прошла удачная, наловили рыбы, только не стали ее жарить. Сейчас собираемся домой. Погода нам вообще сопутствовала сегодня. Погода прифартила. Вообще классно было. Ну, надо ехать домой не завтра, а сегодня на работу. Ну, шмоток не так уж много, но хватает. Здесь все свои. Андрей, Руслан, Саша и Дюша Метелкин. Ладно, всем счастливо. Всем до следующих рыбалок. С вами был Андрюха и мои напарнички, коллеги.
Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, комментарии. Ну, сами знаете, что делать.